Окей, ребятки, привет. Я Дима, и мы с вами продолжаем играть в Цивилизацию 6. Карту Зарим пытаемся пройти. Как карта Зарим? Ну, в общем, вы поняли. У нас война с Каиром. С Аравией, точнее, закончилась. Законченась. Что-то со мной не то. Каир мы отхватили, тут бегаем, прыгаем. Все понятно. Давай следующий ход, смотреть, к чему все это дело приведет. Скоро мы сможем ставить конюшни в кумах. Мы так это так и сделаем. Так. Прямо сейчас появляется возможность, по идее, да? И кумы будут переходить после арбалетчиков уже на производство. На строительство конюшен. И в дальнейшем... В дальнейшем на... Строительство кавалерии. Так, юнит ждет приказа. Какой здесь вот он? А что ты ждешь приказа? Иди, он по дороге, в Каир. Говорят, если я... В комментариях говорят, что если я захвачу Мекку, то дорога пойдет до Каира. От Каира уже он проложен до Рима. Посмотрим. За безопасность этого чуда света я уже не волнуюсь. Потому что справа Валетта, слева Карфаген. Это города-государства, которые мы захватывать не будем. Ну, а они, соответственно, не захватят чудо света. Если захватят, то отвоюем. Если кто-то сюда придет, поставит город, то мы отвоюем. Но этого не будет происходить, потому что сюда, конечно, за золото шикарно приходить, за золотом. Потому что вон сколько монет... Но в остальном, за золотом и верой, да, с наукой, ну, за чудом. Но в остальном это местность беспроизводственная практически. И без еды фактически. Хотя, ну, короче, мало вот этого вот на болотах. На тундре мало очень еды получается. Также нету задело на производство, разве что вот это вот плюс 3 будет, и вот это плюс 3, да? Ну и каждая вот эта вот штука. Не, ну в принципе по производству, да. Ладно, с едой проблемы будут, мне кажется, с ростом. А рост должен быть, чтобы все эти клетки заставить работать. В общем, это сложно. Нужно будет откармливать город за счет караванов. Из него причем. И не одного, а нескольких. Мой народ говорит, дом тирана разрушится, а вокруг вас лишь руины, осуждает вас. Да ладно, брось ты. Чё-то я у тебя тоже могу. Так, Дамаск, отдай мне. Ну ладно. Повод для войны у меня есть. Ну, 5 ходов у меня есть для того, чтобы объявить войну ему с минимальным штрафом за милитаризм. Также захватить. Это мы не сможем, наверное, захватить этих строителей, хотя хотелось бы. Да, ни один из моих отрядов до него не достает. Лиссабонские войны. До Лиссабона идти, наверное, не буду. Я попробую сейчас вот сюда, вот до Занзибара пройти. Прошу прощения. Так, конюшни мы можем теперь строить, отлично. Рыцари в мощь в ближнем бою 48. Они покруче моих легионеров, потому что у них 40. Перемещение у них 4. Типа повышение тяжелая кавалерия. А, так это вообще тяжелая кавалерия. Рыцари. Осадная башня. Угу. Ровный участок рядом с центром города дает +5 культуры.
Нет, необходимо соседство с центром города. Ну, где мне его ставить, не знаю. Я, наверное, поставлю на ячейка горожан. Великого торговца заход. Блин, не знаю даже, что делать. Центр коммерции. Прикольная вещь. Так, давай-ка я посмотрю, где у нас там промышленность открывается. Именно как район военный инженер. Вот, промышленная зона, ученичество. У нас все-таки деньги нужно ставить и ученичество. А потом тогда, получается, мы будем ставить стримы. Прошу прощения. Так, так, давай сюда. Зачем ты с дороги-то сворачиваешь? Вот шел ты по дороге, иди по дороге нормально дальше. Следующий ход. Ну, сейчас вот если я захвачу, если объявлю войну, то я смогу захватить этих строителей себе. Серебренка. Давай я, наверное, так и сделаю. Повод для войны. Это действие приведет к войне с Аравией. Объявляем войну. Откажитесь от привычки проливать кровь. Кровь никогда не дремлет. Салахадин, умные слова. Я вообще не хотел с тобой воевать. Я с немцем хотел воевать. Ну, прости. Так, хорошо. Создаем строй сопровождения. Мека нас не уничтожит. В Мекке стены только строятся, кстати. Как и в Дамаске. Так, давай-ка сюда. Эти двое по Мекке будут бить, а эти... По Дамаску еще этот парень идет. Так, сейчас Дамаск захватим. Сейчас все захватим, по сути. Сразу. И Мекку, и Дамаск. Вон оно что. Смотри, тяжелую колесницу купил, засранец. Богатство не в том, чтобы... Через реку перейти и через реку атаковать, а то будет проблема. Если бы я через реку атаковал, я бы получал штраф за... Точнее, они бы получали бонус за защиту, да? Для защиты. Хотя не знаю, на город он распространяется, это дело или нет. Блин, какой жирный город Мекка. Смотри, сколько еды. В Каире, я так полагаю, лучше на производство блок сделать и на еду. Если так, то какие райончики у нас остаются без удел? Здесь очень много золота. Каир тоже хороший город. Но, наверное, давай-ка... Извиняюсь. Разрастемся сначала, и потом будем ставить уже все остальное. Это было бы полезно. Я не могу уважать правителя без чувства собственного достоинства. Пусть все об этом знают. Считают нас милитаристом, американцы. Ну, о чем? Он понимает, что мы сейчас Мекку отхватим. А дальше-то он... способ повысить продуктивность... Хорошо. По мере развития феодализма ближнего и дальнего боя, среднего эпоха. Так, бла-бла-бла. Ну, и строители получают плюс 2 строительства. Бонус от соседства со священным. Уменьшаемость покупки. Вот. Опа. А здесь чего?
Средневековье эпохи Возрождения. Давай. Сейчас, по идее... по идее... надо было это раньше сделать, да, чтобы арбалетчики быстрее построились. Ну, бог с ними. Два здоровья. Ну да, за счет этого, видишь, мы сейчас потеряем вот этот вот отряд. Потому что через речку атаковали. Если копейщик решится атаковать. Конечно. Поэтому эти ребята вниз идут. Скорее всего, реально рим-легионера я потеряю. Военный союз. Бонус от соседства с гаванью. Бонус бла-бла-бла. Так, давай смотреть, к чему можем прийти. К монархии можем прийти. К монархии идем. Ну что, уничтожит он мой легион? Этими копейщиками. Захочет нанести такой урон по мне? Стены он еще не построил. Атаковать стенами не получится, только выводить копейщиков. Это может и спасти меня в этом плане. Ты глянь. Глянем сейчас. Не, не стал. Мне на радость он этого делать не стал. Хорошо. Я не понял, он куда-то увез, что ли, этих... колесницу? Походу, да. Так, ну тут понятно все уже. О, клетка с гражданами. Уже 5. Надо вот эти вот клетки как раз таки и улучшать тогда получается. Хотя бы вот эти две. Каир разрастается. Для меня это хороший знак. Второй треугольник будет. Правительство Бразилии сменилось на античную республику. Подходим к Занзибару чуть по чуть спокойненько. Приветствую вас, мы милостью Божией, королевы Соединенного Королевства Великобритании и Ирландии, а скоро осмелюсь сказать и империи. Да-да-да. Здравствуй, здравствуй. Большая часть познакомиться с вами. Давай о столицах информации обмениваемся и узнаем, что Лондон у нас аж ух-ух-ух. На юго-западе. Так, если посмотреть всемирный рейтинг, то мы везде впереди, кроме религиозной победы. Вера заход у него, конечно, хо-хо-хох. Мы это поправим. Ох, у Теодора 2,3. Понятно. За веру борются только вот эти четверо, потому что дальше... А, нет. Это по городам, наверное, да? Обращено городов в свою веру. Наверное, из-за этого складывается... Из этого складывается, точнее, рейтинг. У меня-то только Рим получается. А если в Риме я куплю за веру миссионера? Опа. Базовая стоимость. Так, 340. Храм Махабодхи. 4 хода. Давай мы это сделаем. И, подожди. Гурдавра, это, конечно, здорово очень. Горожан свою религию не может начать теологические баталии с юнитами других. Так, апостол. Давай миссионера возьмем. Который отправит скумы. Раз, два... Раз, два, три, четыре, пять миссионеров нам нужно, получается.
2. Ну и все. Пока больше не могу. Так, умы, арбалетчики есть. Отлично. Отличная новость. Отличная новость. На всякий случай, может, поставить древние стены, а? Даже не знаю. Ладно, конюшни строятся. А здесь казармы. Пусть строятся. Юнит ждет приказа. Ты чё? Чё ждать приказа? Иди атакуй. А вот где мы встретились. С Англией. Переименовать. Отлично. Так, ну, поведу, наверное, сюда, да? О, ты смотри, какой говнюк. Филадельфия. Ну да, мы... Очевидно, очевидно, господин Вашингтон. Мы пойдем на Америку. Филадельфия, Балтимор. Ну, которые со стенами, кстати. Естественно, Вашингтон. Вы пойдете под натиском Великой Римской империи. Что естественно. Так. Каир, расти. Сохранить город, конечно. Боюсь, если Салахаддин даже и захочет мне что-нибудь предложить, он не сможет. Так, окей, следующий ход. Германия расширяется, основывая город Гамбург. Ахен, Кёльн, Гамбург, вот он, да, прям возле Кумаси. Мне кажется, они тоже драться будут вовсю просто. Надо зайти на запад Америки, посмотреть, что у них там. Ну, если у них вот такие войны еще живы. Это не значит, кстати, что у них нету нормальных солдат. Это значит, что либо они выигрывали постоянно, хотя войны первого уровня, да? Нулевого, то есть, да, нулевого. Без единички, без двоечки, без циферки. Каире. Довольство, место жительства. Так. Что мы будем строить в Каире? Бани здесь. Здесь. Добавит удовольствие. 3, 4, 5. Раз, два, 4, 5. До сюда не доходим, ну и ладно. Так. Не хочу. Наступать на те же грабли не хочу. Так, ты, дружище, иди-ка сюда. Надеюсь, храм Махабодхи никто не построит. И все-таки, где его этот колесница? Может быть, он продал ее? Кстати, восстановить вот эту ферму нужно. Делают с помощью строителя. Я вот думаю, этого строителя привезти. Или оставить его здесь для того, чтобы... еду поставить еще сюда. Даже не знаю. Почему здесь горожана нету? Так. 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 Странно, что тут... Пусть, наверное, вот эта клетка обрабатывает. Блин. Пусть вот эта клетка обрабатывает. Сейчас еще один будет житель, он сюда прыгнет. Может, все-таки атаковать, а?
Да, все. Это не победа. Победа — это когда добротой и благородством завоевываешь сердце противника. Да брось, Салахаддин. Брось. Досидос. Все. Минус один человек. Городу нужна пища. Это, конечно же, Дамаск. И я действительно пойду вот сюда вот восстанавливать здесь все. Естественно, сохранить город. Надо лучника сюда поставить, пока стены не выстроил. Идем, идем, идем. Дальше у нас Филадельфия. По военной победе американец у нас... Так, а вот он, да. Теодор Рузвельт. Военная мощь 309. Но она у нас падет. Резко падет. Упадет просто до нельзя. Я прям уверен. Выбираем проект для Мекки. Это починка амбара пусть будет. Все починим сначала. Приведем в должный вид. А потом уже все остальное. Саудовская Аравия пала. И северные... А, во, кстати, а дорога, вы были неправы, отправилась не в Каир, а дорога сразу напрямик в Рим. То есть он все-таки кратчайший путь до Рима ищет. Кратчайший. Вот так вот. Мы не желаем вести дела с вашим правительством, выражаем осуждение. Да и брось. Милитарист я, да? Дикий милитарист. Вы не представляете, насколько я милитарист. Так, довольства не хватает. Предел жилья. Кстати, так, распространить религию. То, что дорога от Мекки пошла до Рима, это, конечно, хорошо. Действительно, от Рима кратчайший путь сюда, именно на западный фронт, так скажем. Это все-таки северная часть больше для меня считается. Но и от Мекки должна быть дорога до Каира. А от нее пока что есть только до Дамаска. Тут есть у нас еще одно железо в Дамаске. Будем выстраивать уже и флот, тогда получается. Действительно, Дамаск будет для нас городом на побережье. Это хорошо. Так, распространяй религию. Здесь чего? Рачизм. Отлично. Отлично. Религиозная победа. Обращено. А почему я все-таки на четвертом? У меня, по идее, три города. Ну, может, со следующего хода я вылечу вперед. Мне надо еще вот эти вот города. Хорошо, это снова город Манус. Надо еще вот эти города как-то развивать. Почему мне нельзя сюда зайти? Музычка такая, прям намекает, что я сейчас пойду. Куда? Пойду, конечно же. Так, а что такое? Что вот это вот означает, что она заполнена не до конца? Типа последователей веру. Да, 4 последователя. То есть можно еще раз распространить религию. Будет больше последователей, получается. Но можно пойти сюда распространять, и они как бы тут самостоятельно все сделают. Давай так и сделаем. Может, подожди, а у меня у меня вера, религия. Что делает? Утраивают
Угу, строить гордрауры, бла-бла-бла. Священный город Рим. Преобладающая религия в трех городах. Последователи 5, кумы 4, Медиалан 3. Да, я думаю, может в Лиссабон отправить религию. Ну не, лучше свои города как бы. Для меня сейчас. У меня все равно бонусов нет от чужих городов. Бразилия объявляет войну Англии. Германия объявляет войну Англии. Бразилия вынуждена объявить войну Англии. Правительство Бразилии сменилось на автократию. Ох, Махабодхи! Есть! Находится волшебное место, которое можно считать центром буддизма. Отлично! Поверим, мы идем вперед. Шикарно. Хорошо. Опа, смотри-ка. Два апостола. Доступно повышение. Получает 100 золота, если этот юнит первый раз обращает город в вашу религию. Апостол обеспечивает дополнительное лечение юнитам в пределах. Проповедовать верование. Идите распространить религию, переместиться. Что-то я не то сделал, мне кажется. А разница в чем? Так, ладно, тут два распространения. Я мог себе позволить это дело. Иди сюда. Этот дядька идет сюда. А этот дядька идет сюда, по этой тропе. Как раз, шикарненько, шикарненько. Так, в кампусе уже выстроил библиотеку, наверное, да? Рим. Рим растет. Выберите веру. О, о, то, что я хотел как раз. И нам тогда нужны бонусы для последователей именно либо в целом, либо в наших городах. Потому что я чужие не распространяю. Типичный бонус от города-государства, исповедующих ваш... Но это неправильно, на самом деле. Надо чужие больше распространять, мне кажется. Каждое священное место, театральная площадь в городе этой религии дает плюс одну веры. Вере от каждого города другой цивилизации, города, государства, исповедующих вашу религию. Во, видишь? Это как раз паломничество, это не то. Кампусы и центры коммерции в городе этой религии дают. Угу. Культуры за каждые 5 последователей этой религии в других державах. Золото за каждых 4 последователей этих религий. Боевые мощи в пределах дружественных городов. Угу. Религия распространяется дальше от города. Боевые юниты. Рядом. Так, стоимость миссионеров, апостолов, поражение в теологическом сказывается на уровне влияния вашей религии. Не сказывается. Монашество. Ближайший город влияет на распространение религии на 25%, на 50% после изобретения книгопечатания. Даже не знаю. Это было бы хорошо, но тогда на города-государства надо распространяться. Я вот не знаю, как идет теологические войны, баталии, но я лучше монашество выберу на самом деле. Чисто себя защитить в этом плане, потому что в религиозном плане мы не на первом месте. Я, может быть, ерунду сделал, это аспект, который, в котором я не разбираюсь. Можно на самом деле просто было почитать. Не разбирается он. Ну ладно. Так, давай, арбалетчики. Отлично. Ну, даже. Нет, золото мне нужно. 8 золота в день, это мало очень. Это лучше так. Лучше так. Филадельфия. Повод для войны у меня имеется. Имеется. Поэтому я, в принципе, спокойно могу его... И выдвинуть. Карфаген со мной торгуется. Хорошо. Идете? Идите. Хм.
Недостаточно жилья в кумах, но сейчас конюшня построится, и будет жилье, и недовольство будет. Так, значит, эти ребята заняты войной с Лондоном, с Англией, да? Мы можем заняться Америкой в этот момент. Вроде как даже как-то спокойненько это сделать. По идее, еще один день, когда мы можем Теодору Рузвельту войну объявить со спокойной, так скажем, душой. Отхватив, допустим, Филадельфию. Охерели борзые, блин, пришли в Каир, ты глянь. Так, починочка есть? Исчезнет строитель? Нет, еще один раз он может построить что-нибудь. Ну, мы для Дамаска сделаем еду, да, тоже, чтобы он развивался. О, видишь? Из Каира в Мекку, если была бы дорога, он бы уже дошел. А так три хода получается. Кумы. Подожди, а где все-таки? Я что, не ставил, да, тех ребят, рыцарей именно? Походу, да. Походу, не ставил. Почему бани я вот здесь не могу поставить, бляха-муха? Вряд ли, конечно, здесь получу люлей каких-то, но я поставлю стены на всякий случай во всех моих городах. На всякий случай, потому что уже боязно становится. Они не то что для того, чтобы атаковали кого-то, а чтобы мощности прибавили. Это сделаю. Вы так близко подводите армии к нашим границам, что я начинаю задумываться о вашей благонамеренности. Нарировать. У меня есть там свои какие-то... Отлично. Задумки, идеи, планы, дружище. Ты немножко в них не входишь. Нет, на самом деле, ты очень сильно даже в них входишь. Так, отлично. Почему-то Мека все равно здесь не распространилось ничего. Вот в разнице проповедания и верования. Где тут? Целопедание. Так, подожди. А, вот. Проповедование. Не понимаю. Что вообще не идет? Хорошо, апостол. Рапостол, так, апостол. Давай посмотрим. Тип повышения апостола религии. Апостол, от греческого слова, означающего так. Горожан в свою религию вступают в теологические баталии с юнитами других верований.
Ну, это, я так полагаю, именно вот проповедовать верование это. О, подожди, распространение религии. Может, тут все-таки надо было проповедовать верование? Я вот этого не знаю, как это все работает. За счет этого у меня здесь пока что. Пока что пантеон. Угу. Нахер чинил? Для вида просто получается. Ладно, вот сюда вот я построю. Когда новый житель будет, он сюда прыгнет. На троечку. Хорошо. Воспитать нелегко. Вот мне, кстати, если и начинать воевать, мне кажется, то сейчас, на следующий ход, как-нибудь. Рим. С удовольствием, у тебя прям совсем беда. Давайте ачивку получим. Высокие арбалеты. Вот так. Право на название на достижение получили. Так, распространить религию. Еще есть два заряда. Проповедовать верование я уже не могу. Учредить инквизицию тоже. Ну-ка, распространяем. И нихера не меняется. Каиры, распространяем. Плюс 200 к рачизму. Только сейчас здесь рачизм появился. Только сейчас. Ладно, я на этом сохраняю игру нашу и прощаюсь с вами. Увидимся в следующей серии, где мы будем, очевидно, атаковать Америку. Такие дела. Пишите свое мнение в комментариях, как всегда, к советам буду прислушиваться. О, видишь? Разведчики здесь. О, видишь? Ребята какие тут появились. Надо будет не забыть. Купить кого-нибудь, купить. 700, ёпта. Дорого-то как. Мне кажется, апостолы распространяют все-таки веру вот за счет... Не распространяют, точнее, а вот проповедуют. И за счет этого меняется. Это пантеон, рачизм, допустим. Рачизма прибавляется побольше. Мне так кажется. О, так у нас здесь протестантизм. 6 последователей. Ничего себе, ух ты. 6 веры производства в этом районе. Нихера себе. У меня 11. Юнит ждет приказа. На-на-на. Так, ладно, как я сказал, сохраняюсь, да, и прощаюсь. Спасибо большое за просмотр, хорошего настроения. Помните, сейчас все окей. Дальше, как всегда, круче. Пока.